Расследование по России пора прекратить, Трамп. Трамп призвал прекратить расследование о вмешательстве России в выборы президента США. Расследование о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году следует закончить. Об этом в понедельник, 16 октября, заявил американский лидер Дональд Трамп, передает Reuters. Не было никакого сговора. Вся эта история – оправдание для демократов, которые проиграли выборы, сказал президент США. По словам Трампа, американское общество по горло сыто этим делом. Напомним, 6 января американская разведка опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в причастности к хакерским атакам с целью вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В Google нашли доказательства вмешательства РФ в американские выборы. СМИ в США полагают, что российские хакеры похитили электронные письма демократов и опубликовали их в интернете, а также пытались проникнуть в систему подсчета голосов. Россия все подобные обвинения отрицает. По материалам сайта news.com.